Добрый вечер. На ТНВ Новости в студии Альбина Асылгараева. И вот о чем расскажем сегодня. Утомленные солнцем. Заболела голова и сердце. Ну, вызвали скорую, увезли, сюда привезли. Как изнуряющая жара сказалась на самочувствии татарстанцев, Светлана Звонарева. Сезон открыт. Замечательно, прям с морем ассоциируется. Но остается но. Какие недостатки открыл популярный пляж в Лаишевском районе? Обновление оценила Альбина Минибаева. Крылатые аграрии. Масштаб уже более увеличился. На вооружение Минсельхоза Республики поступили квадрокоптеры. Как они помогают плодородию, выяснял Рамиль Шайдулин. Увидеть самый большой Коран в мире и проникнуться историей Татарстана. Интригует остров на Волге, уже само по себе обитаемый остров. Что так привлекает иностранных туристов в нашей республике, узнал Сергей Хайдаров. Убийственная жара, 35-градусная аномалия уже привела к инфарктам и инсультам. В Татарстане участились вызовы неотложек. Большинство обращений от людей, страдающих гипертонией. Только в Казани 28 человек пожаловались на тепловой удар, а в Нижнекамске переполнены палаты в кардиологии. Как плюсовой градус дает минус по здоровью, Светлана Звонарева. Заболела голова и сердце. Ну, вызвали скорую, увезли, сюда привезли. Рауфу Салихову стало плохо на работе. В своем недомогании мужчина винит жаркую погоду и спецодежду. К тому же, незадолго до этого он уже попадал на больничную койку. Жара, наверное. Я же инсультник. Недавно только вышел, как говорится, после больничного. Сейчас Рауф Салихов находится, как говорят врачи, в зоне риска. И таких, как он, не выдерживающих жару, в кардиологическом отделении Нижнекамска десятки, палаты переполнены. За минувшую неделю 18 человек были доставлены в приемный покой с подозрением на инфаркт. У 32 пациентов диагностировали инсульт. Количество обращений в приемный покой в связи с резким падением давления, с гипотонией, синкопы увеличилось. До 5, до 6, до 8 раз. Жаркая погода сейчас на всей территории республики. Многие челнинцы спасаются от нее на пляжах. Но в то же время сетуют, что в случае плохого самочувствия обратиться за медицинской помощью даже на санкционированных пляжах будет не к кому. Медпункта не наблюдается. Я здесь не наблюдал, к сожалению. Не знаете где? Нет. А медпункт где он находится? На пляже в поселке ГЭС медпункт есть. По словам фельдшера, ежедневно к ней за помощью обращаются около 10 человек. В основном все порезы. И бывает иногда понижение давления вот из-за солнца, у них солнечный удар происходит. Они просто лежат очень долго на солнце, без головных уборов, без воды. В Казани все городские пляжи тоже переполнены. Так гости и жители города спасаются от жары. Но и здесь главное соблюдать рекомендации специалистов. В случае перегрева организма я советую охладиться. То есть это пить побольше жидкости. Приложить что-то прохладное в подмышки, в паховую область, в район шеи. И избегать длительного пребывания под солнцем. За последние 7 дней 28 казанцев обратились в больницы с подозрением на тепловой удар. 6 из них – дети. В ближайшее время синоптики не обещают существенного снижения температуры. Светлана Звонарева, Алсу Арсланова, Рафаэль Ракипов, Гузель Габдуллина, Ринат Султанов, ТНВ, Татарстан. И вот уже второй день синоптики обещают долгожданный дождь. Правда, вместе с ним может прийти шквалистый ветер, грозы и град. Гидрометцентр объявил об ухудшении метеоусловий. Местами по республике и в Казани ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. МЧС Татарстана советует по возможности не выезжать за пределы города. Разбитые стекла автомобилей и дороги в лужах. Второй день по мессенджерам гуляет видеоролик, где видны последствия сильного града. Местом, где этот ливень прошел, называют Татарстан. На самом деле это не соответствует действительности. Такого града в республике не было. Спасаясь от жары, татарстанцы устремились на пляжи. 20 тысяч жителей республики и туристов уже успели оценить новое место для купания в Лаишево. Камское море стало настолько популярным, что не сходит со страниц Инстаграм. Одни пользователи сравнивают его с курортом, другие успели разочароваться. В чем именно, сегодня пляж проинспектировала Альбина Минибаева. Которые в этом году обещают быть самыми популярными. Пляж Камское море бьет рекорды по посещаемости. Только в прошлые выходные здесь загорало 20 тысяч человек. Посмотрим, насколько здесь все комфортно и удобно расположено. Информационные доски, которые и говорят, что здесь начинается тот самый Камский пляж. Вот обозначение левой границы пляжа, правой границы. Но, к сожалению, другой информации здесь нет.
В какой стороне вообще туалет-то? Вот там, в конце. Она сказала, нет воды. Я говорю, здорово, у воды нет воды. Мы, наконец, нашли, не знаю, самое, наверное, долгожданное место на этом пляже. Уборное, но... Посмотрим, что у девочек. У девочек закрыто. У мальчиков тоже закрыто. По техническим причинам туалет временно не работает. А жаль, очень жаль. Они вообще работали? Да, вот, конечно, воду отключили, нет воды. А если много народу, куда все должны ходить? Получается, что все будут ходить в Каму. Первый раз вижу на татарстанских пляжах настоящий душ, прям как на западных пляжах. Проверим, работают ли они. О, это есть. С этой стороны течет водичка. Но, честно говоря, на душ это мало похоже. С этой стороны тоже. Не ахти, честно говоря. Пляж был рассчитан на 9 тысяч человек, а получилось то, что приезжает больше. Поэтому решили для набережной пробурить отдельно скважину. В выходные 20 тысяч человек. Ты что, готов? Кто-нибудь был на вышках? Я не заметила, будет прям хоп, и сразу глубоко. Напрашивается спасатель. Да, спрашивается, где? Нашлись вы? Нашлись, А чего ж вы с половины первого-то? Я администратор на прокате. Временно заменяю спасателя. У нас все равно люди тут ходят патрулировать. Если какие-то возникают моменты чрезвычайные, они сразу помогают. Для Лаишева здесь шоколад. Да, для Казани тоже пойдет. Для Казани тоже нормально. Замечательно, прям с морем ассоциируется. Но? Но остается но. Все недостатки обещают устранить за 2-3 дня. Главное, чтобы они не затянулись и не прошел пляжный сезон. Айбин Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Лаишевский район. Споры возникли и на другом берегу Камы. Пляж Нижнекамска только в процессе благоустройства, но дачники уже возмущаются. Береговую территорию огородили 3-километровым забором. Теперь, чтобы попасть на пляж, жителям придется полностью его обходить. Кроме того, дачники опасаются, что вечером берег закроют и никто не сможет искупаться в Каме. Поэтому доступным для отдыха останется лишь дикий пляж. Авторы проекта отмечают, все изменения заложены в документе. Из-за жары водоемы республики заполонили ядовитые змеи. Такие сообщения в мессенджерах и соцсетях накануне получили многие татарстанцы. Они распространялись якобы от МЧС. Сегодня специалисты МЧС по Чеченской республике, откуда, как выяснилось, и началась рассылка, опровергли эту информацию. Посоветовали не верить подобным сообщениям и не перегружать звонками телефоны экстренных служб, так как могут не дозвониться те, кто действительно нуждается в помощи. Им сверху видно все, и сорняк, и урожай. В Татарстане для контроля за полями начали использовать квадрокоптеры. Сегодня их используют в Альметьевском, Муслюмовском, Пестричинском, всего в 8 районах республики. О том, как высоко взлетели технологии, Рамиль Шайдуллин. На высоту, как на работу, настоящей грозой полей в сельском хозяйстве становится квадрокоптер. Поля дроном контролируют уже в 8 районах республики. Именно с высоты лучше видно, где зерновые в норме, а где отстают. Мы с помощью него вот рано весной определяли, например, густоту стояния озимых культур. И принимали решение подсевать, не подсевать определенные поля. Все, что снимает эта камера, теперь используют и арские аграрии. Будь то сорняки или даже общее состояние полей, теперь на это смотрят не с земли, а с воздуха. При желании можно рассмотреть даже каждого отдельного вредителя. Аграрии сетуют. После 3 дней жары рапс атаковали вредители. Раньше, чтобы узнать, где их больше, приходилось объезжать и обходить поля пешком. На что порой уходили недели, сейчас на все поля 2-3 дня. Каждую неделю собираем руководителей на видеоконференцию. Там показываем каждое хозяйство, какое поле, на какое состояние. В каждое поле не зайдешь, поля большие, поэтому... А квадрокоптер, он помогает. Вот, и чем выше поднимать, тем больше и объем берет больше. Теперь к этим же дронам хотят прибегнуть и для составления карты посевов республики. Устройства могут безошибочно определить границы полей, что важно для работы будущей системы ГИС-АПК, геоинформационной системы агроотрасли Татарстана. Так вся карта полей будет в цифровом виде. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Арский район. Каждый пятый предприниматель в республике считает, что чиновники мешают развитию дела. Итоги исследования представил сегодня Тимур Нагуманов, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Количество плановых проверок сокращается, но внеплановые растут. Административные барьеры мешают легализоваться и самозанятым. Как их будут выводить из тени и что улучшит деловой климат? Анна Городнова. Тайком летали украдкой.
И платили штрафы, чтобы избежать волокиты с разрешениями, говорит Алексей Галюзин. Он еще около 70 человек. В Казани занимаются видеосъемкой с дронов. Согласование на полеты нужно было получать сразу в нескольких ведомствах. МВД, ФСБ, Росгвардии, Татаэронавигации. Четкого регламента не было. О проблеме Алексей говорил в прошлом году на традиционной встрече предпринимателей с президентом. Как результат, трудности разрешились. Разработали карту Казани для беспилотных летательных аппаратов. Вот, утвердили эту карту. Срок получения разрешения до одного, ну, один день в сутки будет занимать. Mm-hmm. То есть, на самом деле, это очень, ну, большой прорыв будет. Частые проверки – то, на что продолжают жаловаться татарстанские предприниматели. Четверть обращений к бизнес-омбудсмену связаны именно с этим. 40% недовольны работой исполкома. Остальная часть – контрольно-надзорными органами. Палочная система пока сохраняется. Есть целые отделы, которые специализируются на отдельных видах правонарушений. Из 35 тысяч всех проверок 79% внеплановые. Практически каждая заканчивается штрафом. Такие данные озвучил сегодня уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Тимур Нагуманов. Контролеры выходят изначально с обвинительным уклоном. И на наши призывы и предложения о том, что нужно не просто находить нарушения, а самое главное, помогать их устранять и вести профилактику, мы иногда, даже часто слышим тезис о том, что мы вам не бесплатные консультации. В легальное поле вскоре перейдут самозанятые репетиторы, кулинары, няни с Нового года. Они будут платить налоги. Пилотный проект реализуют в 4 регионах страны, в том числе и в Татарстане. Часть заявили о себе сами, остальные будут искать в соцсетях. Пока же некоторые боятся выйти из тени. Сложность процедур, на самом деле, регистрации, непонятность этих процедур и очень большая боязнь, связанная с тем, что после легализации нужно будет соответствовать огромному количеству требований. При Совете по предпринимательству уже начал работу Центр правовой защиты для самозанятых. Там окажут юридическую поддержку и помогут зарегистрироваться. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ. Далее в программе. На каждый рубль – рубль сверху. Есть недовольные, но есть довольные. У кого дети, те довольны. Как казанские дворы благоустраивают с помощью жителей. О программе софинансирования Алина Зинатулина. Нет повести печальнее на свете, чем осел романтик из Альметьевска. Как после разлуки с другом животное пустилось во все тяжкие. Историю расскажет Слава Тухмадулян. Рустам Миниханов сегодня принял участие в рабочем совещании по вопросам деятельности Казанского вертолетного завода. Обсудили финансовое состояние и загрузку производственных мощностей. Рассмотрели проект развития территории, старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода. Он предполагает освобождение земельного участка от промышленных объектов КВЗ. Сегодня Рустам Миниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Здесь он пробудет 2 дня. В программе встреча с премьер-министром страны, посещение Назарбаев университета с IT-центром и участие в международном форуме исламской экономики. В телецентре Казмедиа откроется корпункт нашего телеканала и пройдет встреча с активом Казахстанского конгресса татар и башкир. Напомним, сейчас там проживает более 200 тысяч татар. На каждый рубль – рубль сверху. Казанские дворы начали благоустраивать на деньги самих жителей. По аналогии с программой самообложения на селе. Собранные средства удваивает управляющая компания. Как небольшие суммы вершат большое дело и как изменить свой собственный двор – Лина Зинатулина. Смотри, какие у меня. Двор дома «Окольная 3» стал пилотным в программе софинансирования. Когда пару лет назад здесь отремонтировали дороги, старый двор стал портить общую картину. У города денег не оказалось, и за дело взялись сами. На общедомовом собрании большинством голосов решили каждый месяц собирать по 100 рублей с квартиры. Управляющая компания каждому рублю добавляет свой. Всего от нашего дома 194 400 рублей. То, что вот 100 рублей мы считаем, да? А приумножить на 2, получается 388 тысяч. Вот то, что здесь стоит у нас на данный момент, это все уже освоено. Первый взнос, собранный всем домом, внесли в августе прошлого года. А уже в октябре здесь появилась горка, скамейки, качели. Благоустройство продолжается. Например, вот эти спортивные турники поставили буквально вчера. В планах уголок для пенсионеров, покрытие баскетбольной площадки, новые сетки для футбольных ворот. Хотя у меня дети уже выросли, собственно, здесь мои дети не играют. Но мне не жалко, хотелось, чтобы площадка была хорошая. Я не скажу, что сейчас намного теснее стало для маленького ребенка. Мы катаемся на двух качельках, но на всем остальном, в других дворах гуляли, там намного интереснее площадка.
Пока в программе софинансирования всего 7 домов в Кировском районе: на Окольной, Поперечно-Базарной, Ферганской и Чкалово. К ноябрю общая сумма сбора должна достигнуть почти 1,5 миллиона рублей. Очень тяжело, но надо показывать примером, и еще раз пример. Сравнение, третий дом, первый тоже не хотел. Как увидел, захотели. Чем больше соседей подключатся, тем больше можно сделать. Сбор на двор проходит в счет-фактурах, как прочие расходы, а его размер могут определить сами жители. Практика только нарабатывается, поддержали ее пока только 2 управляющие компании. Возможно, по результату присоединятся и остальные. Лена Изнатульна, Адель Мулахметов, ТНВ, Казань. Сегодня официально открылся год Льва Толстого в Татарстане. Начался он с торжества в Казанском федеральном университете, напомним, 21 сентября прошлого года. Рустам Миниханов объявил 2018 годом русского писателя Толстого, чья судьба тесно связана с Казанью и университетом. Что помнят сегодняшние студенты и писатели в нашем репортаже? 190-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Именно к этому событию и приурочили год Льва Толстого в республике. Не случайно, что он начался с университета. Здесь учился будущий великий писатель. Именно здесь он начал вести свой дневник, что делал впоследствии до конца жизни. Что касается самого Льва Николаевича Толстого, можно по-разному относиться к тому сроку, который он прожил в Казани. Можно и 40, и 50 лет жить и не оставить следа после себя, а можно и вот те несколько лет, которые он провел здесь, и много мест в Казани связаны с его именем. В республике запланировано множество акций, встреч и событий в рамках 190-летия со дня рождения Льва Толстого. Часть из них уже прошла. Так, Павел Басинский, известный литературовед, провел лекцию о формировании мировоззрения Льва Толстого в период пребывания в Казани. «Войну и мир» и «Анну Каренину» читали на татарском, испанском, английском, французском, китайском, арабском языках. В Нижнекамске организовали литературные чтения. Здесь ребята узнали о том, что Лев Толстой был не просто писателем, но и неординарной личностью. Как оказалось, нынешние выпускники пока знакомы с писателем только в рамках школьной программы. Трилогия «Детство, отрочество, юность» очень интересна, мне кажется, все это знают. Все, я думаю, что это классическое произведение. «Война и мир» – самая классика, ее читали, думаю, все в школе. Наверное, вот после бала, потому что как раз-таки последняя студенческая весна у нас было приурочено к несколько номеров, к Льва Толстому, и мы ставили целую концертную программу. В музеях, выставки, в библиотеках чтения, во всех районах республики лекции, мастер-классы и флешмобы. Ожидаются изменения в Казанском сквере Льва Толстого. Здесь будут новые инфраструктурные решения. Главным же событием года станет первое вручение медали Льва Толстого и денежной премии за достижения в области словесности. Альбина Аслагараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Иностранцам по душе чистый воздух Свияжска и просторы древних Болгар. 22 тысячи туристов уже побывали здесь за 2 недели чемпионата. Чем привлекает остров и что никогда не забудут после визита в Белый Кремль? Об этом спросил Сергей Хайдаров. В последнее время, говорят экскурсоводы, на острове Свияжск все чаще можно услышать иностранную речь. Фабьен Розен приехал в Казань на матч французов, но неожиданно для себя задержался. Говорит, достопримечательностей столько, что не хватит и месяца отдыха. Много историй. Очень место богатое в истории. Не только французы, но и иранцы, аргентинцы, испанцы. Кого только не было в дни Мундиаля на острове Граде. Каждый для себя находит что-то особенное. Наиболее ценным с точки зрения туристов является ландшафт Свияжска. То есть интригует остров на Волге, уже само по себе обитаемый остров на Волге, на котором находятся древние памятники архитектуры. Сейчас в список всемирного наследия ЮНЕСКО входят сразу 3 объекта Татарстана. Это Казанский Кремль, Великий Болгар, и в прошлом году к ним присоединился еще и остров Град Свияжск. И если до Казанского Кремля иностранные туристы могут дойти пешком, то в Болгар и Свияжск им нужно ехать. Несмотря на это, за время Мундиаля эти объекты посетили 22 тысячи иностранных туристов. Туристы из мусульманских стран считают своим долгом побывать во многовековом Великом Болгаре. Это место называют «жемчужиной мусульман». Сейчас здесь можно не только увидеть самый большой Коран в мире. Открылись кафе, а скоро в Болгаре можно будет остаться на несколько дней. В июле месяце мы сдаем красивейшую гостиницу, которая носит имя великого просветителя болгарского Кол-Гали. И эта гостиница будет, конечно, высочайшего уровня.
На Кубызе эти футбольные туристы из Аргентины играют впервые. Экскурсия по Казанскому Кремлю для них это не только знакомство с культурным наследием Татарстана, но и мастер-классы. Местные экскурсоводы признаются, что вне чемпионата работа у них прибавилась в разы. Безусловно, увеличилась, причем, я бы сказал, стало больше, чем русскоговорящих туристов. Поскольку со всего света к нам туристы приезжают, но вот наша задача проводить в том числе на английском экскурсии. Ваш город очень красивый, и больше всего меня удивляет, как здесь хорошо уживаются православные, мусульмане, буддисты и представители многих других религий. Лучший пример – это ваш храм религии. Это поразительно. Река Волга, Казанский Кремль, да и сами люди. Увидев это, хочется вернуться в Россию вновь. Надеюсь, это произойдет. Сейчас иностранных туристов в городе чуть меньше, чем в первые дни чемпионата. Но уже в эту пятницу Казань ожидает новая волна. Чтобы увидеть матч своих команд, столицу республики заполнят десятки тысяч бразильцев и бельгийцев. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Свияжск, Болгар, Казань. Иностранцы не только видят, но и пишут. Своими впечатлениями они делятся в соцсетях. И по итогам таких упоминаний Казань вошла в топ-5 самых популярных городов чемпионата мира. Впереди нас Москва, Питер и Калининград. Внимание болельщиков в Казани привлек состав сборных Франции, Испании и Германии. И известность города после Универсиады и Кубка конфедераций. То ли еще будет чемпионат мира, перешел свой экватор. Казань уже повидала звездных Месси и Роналду. На очереди Неймар и с ним вся свита болельщиков. Правда, основной поток фанатов уже покидает страну вместе с командами, которые вылетели. В отелях меньше загрузка. Гостиницы Москвы, Петербурга и Казани уже начали снижать цены. А вот в дни игр в столице республики загрузка номеров доходила до 90%. Как футбол сказался на экономике гостиничной индустрии? Салават Мухаммадуллин. Это в сравнении с гостиницами в Москве, Петербурге и в Нижнем Новгороде. Судя по отзывам, казанские хостелы и отели справились с задачей. Комнаты реально хорошие, люди дружелюбные, обслуживание на высоком уровне и цены приемлемые. Nice, 4-star. Мы жили в прекрасном 4-звездочном отеле. Нам все понравилось, хороший сервис в красивом городе. Чемпионат мира подходит к кульминации. Болельщики покидают гостиницы, а ательеры подводят промежуточные итоги. 2 года назад загрузка в летний период была на уровне 65%. Во время Кубка конфедераций 75%. Сейчас 86%. Лето с чемпионатом и лето без чемпионата. Я думаю, в среднем по городу в 1,5-2 раза выручка отелей увеличилась. Этому способствовал и рост цен. В среднем ночь в казанской гостинице сейчас стоит около 4000 рублей. Гостиничный бизнес в тренде. Еще 3 года назад в Казани было около 170 отелей и хостелов. Сегодня их 196. Большинство из 18 тысяч койко-мест заняли болельщики из-за рубежа. В обычный период где-то 20% иностранцев. А сейчас 90%? Да. Ничего себе. Все иностранцы у нас приезжают. Это разные страны. Австралия, Иран, Япония. Очень много гостей. Самым прибыльным днем для ательеров должна стать ближайшая пятница. В Казани сыграют сборные Бразилии и Бельгии. Самыми такими пиковыми датами загрузки является именно 30 июня. Загрузка составила порядка 96% загрузка отелей, то есть свободных номеров практически не было. Ну и вот 6 июля я могу констатировать тот факт, что именно 100% это просто отличный результат. Постояльцы оставляют отзывы, пользуются геолокацией в соцсетях и дают советы своим знакомым. Так, один из главных эффектов от чемпионата мира для ательеров – это повышение узнаваемости. Ожидание увеличения загрузки до 75% в летний период уже в следующем году. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Сегодня на чемпионате мира определятся последние участники 1/4 финала. В бой вступают родоначальники футбола – англичане. В 5 часов вечера в Санкт-Петербурге встретились Швеция и Швейцария. Счет игры 1-0 в пользу Швеции. А вечером на десерт запланирована игра Англии и Колумбии. Игра пройдет на московском стадионе «Открытие арена». Болельщиков поддерживают волонтеры. Танцевальный флешмоб они устроили на фан-зоне. Исполнили танец под официальную песню чемпионата «Life Fit Up». Флэш
флешмоб для одиноких сердец пору запустить в Альметьевске. Здесь разыгралась практически мелодрама. Но ее герои не актеры, а парнокопытные. Все началось с того, что ослик с местного зоопарка не давал спать жителям. Казалось бы, избитая ситуация, но на деле романтическая история дружбы. Ее вам расскажет Салават Мухаммадуллин. Именно на эти крики жаловались жители Альметьевска в народный контроль. Спасите, осел не дает спать ни зоопарку, ни жителям ближайших домов. Они как начнут вот с утра 2 часа кричат, так? И заканчивают. Ну, 4 может закончить. Честно говоря, иногда несколько так неожиданно бывает. И довольно-таки громко. Но это только начало этой душещипательной истории. Ведь оказалось, что осел кричал не сам по себе. Крик души зазвучал в зоопарке после того, как четвероногого разлучили с его другом. Пони, плач навзрыд и отказ от сна. Так, видимо, переживают расставание ослы. Просто расселили. Хотели, чтобы получше было, чтобы это пони вместе были. Если осел боролся за свое счастье, то вот пони, похоже, сдался. Налицо явная депрессия. Несладко и ослу, ведь после жалобы в народный контроль его и вовсе депортировали из зоопарка. Пока мы готовили сюжет к эфиру, осел успел попутешествовать чуть ли не по всей республике. Сейчас объясню. Сначала его отправили в конно-спортивную школу. Оттуда, по одной из версий, он поехал в Тюльчинский район. Но в административном центре эту информацию не подтвердили. По последним данным, осел сейчас в Альметьевске. Так где же ослик? Директор конно-спортивной школы, куда изначально отправили животное, говорит, что у него своих ослов хватает и ишака перевели в Тюльчи. Но все следы ведут обратно в Альметьевск. Вот этого ослика нам удалось заснять в конно-спортивной школе. Глядя в эти глаза, хочется верить, что это именно он, наш верный герой-романтик. И он еще обретет свое счастье, ведь таких историй немало. Так, 3 года назад вся страна следила за дружбой тигра Амура и козла Тимура. У татарстанских друзей история оказалась более запутанной. Но, может, и она будет со счастливым концом. Салават Мухаммадуллин, Ирик Хабибуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Альметьевск, Казань. Такой была картина этого дня. Впереди еще прогноз погоды. Мы же с вами не прощаемся. Увидимся в 21:30. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хватит мечтать! В автоцентре «Марка» пора покупать! Только до конца июля японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой, по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. «Данил Мастер», Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Температура в республике понизились на пару градусов. В предстоящие сутки повсеместно ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики пройдут дожди. Температура воздуха там составит плюс 28 градусов. На северо-востоке облачно, дождь плюс 26. На севере Татарстана тоже не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит плюс 27 градусов. На северо-западе пасмурно, местами дождь и плюс 26. На юго-западе республики ожидается переменная облачность, но без осадков. Там температура воздуха составит плюс 27 градусов. В центре Татарстана местами дождь и плюс 26. Последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Росбанк группа Societe Generale – российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Сидячая работа, спортивные травмы, поднятие тяжестей – все это может привести к проблемам с позвоночником, а затем и к более серьезным последствиям, например, операциям. Но скальпель хирурга – не единственное решение. Новейшее оборудование в медцентре «Доктор Ост» способствует избавлению от боли без хирургического вмешательства.
Умные роботы могут помочь справиться с протрузиями, грыжами и остеохондрозом. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов, клиника «Доктор Ост» на Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода. Температура воздуха составит плюс 27 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.